Больше 20 лет Елена Ивановна Прокофьева работает в Видновской больнице, считая медицину своим призванием. Нравится оказывать ту посильную помощь, которая помогает дальше вылечить пациента, сделать его более уверенным в себе, более счастливым в конце концов. Победу на областном конкурсе наша героиня не считает чем-то особенным. Это просто работа, слаженная работа всего коллектива, говорит она. А коллектив под ее начальством в последние годы добился немалого, выведя отделение на достойный уровень. Так появилось отделение сосудистой терапии с блоком интенсивной терапии, что позволило оказывать более квалифицированную помощь пациентам, поступающим с инсультом. Организовав такое отделение с палатой интенсивной терапии, мы можем оказывать принципиальные виды лечения того же инсульта, когда проводится специфическая тромболитическая терапия, которая позволяет устранить тот дефект, в результате которого поступает пациент в отделение инсультов. Помогает избежать инвалидности в дальнейшем. В отделении помогают больным с разными неврологическими расстройствами. Общий успех, считают доктора, зависит от каждого из них и от верного руководства заведующей отделением. Вот эта мягкость, вот она сопряжена с жесткостью и четкостью принятия решений, поэтому мы можем сказать, что как руководитель у нас Елена Ивановна очень на высоком счету у нашего основного руководства и уважаема коллегами, персоналом. Пациенты, узнав, что лечатся лучше в области невролога, пожелали нашей героине. Скорее хорошо лечить нас, и чтобы мы больше туда не попадались после лечения. Чтобы такие же внимательными были, как сейчас. Они очень чуткие, очень отзывчивые, ну прямо вот как ангели. Люди не заботятся о своем здоровье, сетует Елена Ивановна, а ведь многие могли бы избежать тяжелых последствий коварной болезни под названием инсульт. И главное – контролировать свое давление. Но если всю же болезнь приведет в это отделение, профессионалы окажут человеку необходимую помощь. Я считаю, это все равно заслуга отделения. И это дает уже нам стимул дальше развиваться, совершенствоваться самим и быть полезными для жителей нашего района. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.